И торговать не дали, и пустует. Мы думали, что здесь сделают фонтанчик, скамеечки, чтобы отдыхать, потому что магазинов много. Этим летом здесь точно не появятся ни лавочки, ни тем более фонтаны. Пустырь, на котором когда-то располагался мини-рынок «Площадь дружбы», планируют реконструировать. Но когда – непонятно. Как сообщили в Пермблагоустройстве, сейчас идет корректировка проектной документации на капитальный ремонт улицы Крупской. В рамках этих работ планируется увеличение площади дружбы, что позволит улучшить организацию схемы движения транспорта на этом участке. Транспорт в приоритете. В пресс-службе городской администрации уточнили, что большая часть освободившейся территории будет отдана под организацию дорожного движения, общественного и личного транспорта. Рынка здесь не будет. Реализовывать излишки продукции с приусадебных участков санкционировано на этой территории не получится. Перечень мест утвержден и меняться не будет, пояснили в Департаменте экономики и промышленной политики. Торговые места предусмотрены в каждом районе города. Так, в Мотовильхинском районе места расположены в торговом комплексе «Мотовильхинский», площадь Восстания 25, и на улицах Тургенева 27 и Гашкова 25. Но, как оказалось, попасть на указанные места не так просто. Торговать своей продукцией готовы многие, а количество законных мест ограничено. В торговом комплексе «Мотовильхинский» на площади Восстания их выделено всего 20, на Тургенева и Гашкова еще меньше. А где больше на Восстание не берут? А вот что-то продать маленько, пенсия маленькая, негде. С кем разговаривать-то? Они вон ходят только, когда гоняют. Нельзя тут торговать. А где торговать-то? Куда вот я 5 пучков принесу, я что, на рынок поеду, что ли? Ну а что сделать? Все не в наших правах, не как за рубежом. Там все ради людей, у нас против людей все.